биоэколога на первом курсе, приехала с маленького, но очень дружного села Кусак, пришла на кастинг ведущий и, надеюсь, удача мне улыбнется. Спасибо. Я студентка университета АГПУ. Я учусь в первом курсе. Я сама Сыкуля. Я давно мечтала учиться за границей, и вот мои мечты сбылись. К сожалению, ваша минута вышла. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Кайгородова Анастасия. Я выпускница Первомайской школы номер 2. Я очень разносторонний человек и решила поступить именно в этот университет, так как все мои близкие именно здесь обучились. Я считаю это престижным вузом. Я очень разносторонний человек в плане того, что занимаюсь и волейболом, и фотографией, и рисую, и танцую, и даже могу спеть. Я хочу стать ведущим, потому что с самого раннего возраста я велась в мероприятия, была активным членом всех волонтерских объединений в нашей школе, и считаю, что это мое. Все, спасибо. Меня зовут Наташа, я немного репетитор, немного аниматор и немного студентка. Я очень люблю работать как с детьми, так и со взрослыми, ну и можно сказать, с людьми в общем. И считаю, что ведущий — это не просто занятие, деятельность или что-то другое, а именно призвание, талант и способность. Здравствуйте, меня зовут Савилов Павел, я студент АГГБУ, и я горжусь этим. Я приехал из маленького села Ельцовка, там я занимался тоже деятельностью ведущего, читал стихи, и все были очень горды тем, что я выступал за наше село. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Бушуев Александр. Я приехал также из относительно небольшого села Нижнеминка, Салтонского района. Сейчас являюсь студентом АГГПУ. Всегда проявлял активную творческую позицию и не хочу ее сдавать. Поэтому здесь буду осуществлять все свои преимущества, все свои возможности, как только могу, по максимуму. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Аня, Юра, Анечка. Вот, я с республики Алтай, тоже с небольшого села. Его мало кто знает, но оно очень красивое. Я не занималась раньше такой деятельностью, как ведущая, но очень хочу себя попробовать в этой деятельности. Здравствуйте, я Влад, но я не совсем люблю это имя, потому что я не выговариваю букву «Л», так что называйте меня, впрочем, как хотите. Я студент первого курса, но, в принципе, как я сюда поступил? Я проходил мимо. Я увидел, что ведется набор, и, в принципе, как я становлюсь ведущим, я просто проходил мимо. Но быть ведущим – это, в принципе, стиль жизни. Вот, это надо отдаваться, там кто-то говорил, всей душой этому делу. И я решил попробовать себя в этом. Вот. Если сегодня 9-е, то это будет наверняка 16-е. Наверняка. А сегодня не 9-е. Сегодня 8-е. Так, 15-е. Итак, встречаемся 15-го в 15:30 в этой же аудитории, в этом же зале.